Я не такой, как вы. Я не из вашей стаи. Я не похож на вас. Я готов служить народу, но никогда не буду служить ни конкретному должностному лицу, ни тем более денежным олигархическим интересам. Они играют сейчас в эту ксенофобию, что убираетесь все из своей страны. Не дождетесь. Не дождетесь, чтобы мы оставили Украину на ваше растерзание. Не дождетесь, что вы дальше будете бурдурить народ. Не дождетесь, что вы дальше будете запускать в руки бюджет. Я буду здесь, пока всех вас не пересадят. Михаил пока Михаил всех вас не привлекут к ответственности. Пока все вы не ответите по полной. И тогда я буду радоваться вместе с украинским народом.